Посмотрите, вот такие вот мусора, которые возомнили в себя. Такие блогеры, которых осталось уже. А я не блогер. Три человека, скоро закончатся они. Ты мне угрожаешь? Нет. Я не блогер. Просто в ваших действиях ничего законного нету. А в твоих есть? В моих есть. Что есть? Все. Все есть? Да, все законно. То бишь ты нарушаешь норму закона? А, я забыл, ты ж пишешь петицию, чтобы издали закон, что фиксация полицейского заборонена. Я пишу? Да. Видели мои данные, что я указывал, где-то писал, что... Не, ну ты говоришь, нас осталось трое, ты что, прикалываешься или что? Я образно сказал. Я себя не считаю за блогера. Ну, я считаю. Ну, это твои проблемы, что ну, ты хорошо. Считаешь. У каждого свое же мнение. Ты посмотри, как ты угрожаешь. Надо будет заяву на тебя написать. Пишите, имеете право, пишите. Конечно. Вам так кажется. Вот то, что ты угрожаешь журналисту, это да, это есть такое. Ну, это ваше субъективное мнение. Ну, я по этому поводу напишу заявление. Пишите. И мы его внесем в ЕРДР. Внесите. Потому что ты смотрите, чтобы потом за заведомо ложную вас не привлекли. А у меня есть все на видеозаписи. Ты что, прикалываешься? Прикалываюсь. Послушай, ты только что на камере сказал, мы разберемся с тобой потом, твои да, слова. Да, когда будет нарушение, да. Ты же давай разбираться, я говорю, потом разберемся. С кем разбираться? Я сказал да, разбираться. Да. Вы... Я сказал разбираться, это ты сказал да, разбираться. Да нет, вы сказали. У меня же камера пишет, а не у тебя. Да пусть пишет. Вы же там все вырезаете, подчищаете, только что ж рассказывали гражданину, что я там почищу, там уберу. Подчищайте. Послушай, я никогда не персональные, слушать, я все хорошо персональные данные человека не выставлял. Я понял? Всегда хорошо слышу. Я ничего такого не делаю, ну, чтобы все. Там люди обижались. Люди, наоборот, просят помощи, чтобы вот таких вот демонов, вот как вы... Человек вот попросил помощи, чтобы от вас оградить. Вот вы его на видео не снимали, не выкладывали. А ты такой герой, выписал ему 500 рублей и сказал... Красавчик, молодец. Да, ну человек осознанно подходит к вопросу, нарушил, значит нужно ответить. Ладно, хорошо, давай по-другому сделаем. Смотри, ты же согласно 251. Мы не будем делать. Не, подожди. А я не хочу ничего ждать. Подожди, я сказал. Я не хочу ничего. Подожди, я тебе. Не надо мне указывать. Мусор, подожди. Мусор, подожди. Я тебя буду называть, потому что я не знаю, кто ты, понимаешь? Вот я к данному инспектору полицейскому, я не могу. Ну, я, у меня совесть не позволит ты к нему... Ты там уже своим показывал, рассказывал, что удостоверение мы выносили. Что-что? Ну, удостоверение же мое уже показывал в интернете. Кому я показывал? Ну, в интернет выкладывал, ты же видел. Ты что, прикалываешься? Я не выкладываю ничего. Мое удостоверение ты выкладываешь. Я не выкладываю ничего. А кто выкладывает? А кто выкладывает? Ты что, на приколе или что? Не, на приколе. Вот это там видео, что ну, ночью было. А если его... Да я человеку отдаю материал. Ты что, гонишь? Нет, есть, я нет, человеку не материал. Не отдавать человеку. Есть, или... Я ничего не выкладываю конкретно. Да у меня нету знаю, канала. Ну, хорошо. Удостоверение в интернете. Ну, вот это ролик есть. Ну, я ж не знаю. Я ж не знаю, кто это. Я тоже не знаю. Мне сказали знакомые. Ну, все. Да я знаю, какие тебе знакомые говорят. Ну, какие? Полицейские, которые смотрят. Все, хорошо, пусть смотрят. Мусор, покажи мне, пожалуйста. Мы не найдем с тобой конструктивного диалога до тех пор, пока ты не будешь нормально себя вести. Я нормально себя веду. У тебя предвзятое отношение ко мне. Боже сохрани, ты что, гонишь? В прошлый раз ты рассказывал, что я тебя ударю там или еще что-то, ходил тут цирк устраивал. Ну что ты меня ударишь, да, это было. Видишь, еще раз, ты обратно начинаешь. Но ты мне угрожаешь, ты мне уже не один раз угрожаешь. Скадайте его. Ну, как постоянно. Ты в интернете выкладывал, что автомобиль тебе кто-то там повредил, намекал на меня. Вот. Так это и есть так. Что есть так? Это и есть. Что есть? Ты мне угрожаешь. Чем по этому поводу будет написано заявление. Пишите. И встретимся в суде. Пишите, имейте право. Вот это будет пишите. Правильные поступки, пишите, понимаешь? Пишите. Что ты пишите, пишите. Давай, показывай, и мы пишите. Разъедем. Не, я на видео покажу. Ну мы тогда будем сутки тут стоять. Ну сутки. Все. Двое. Я сказал, удостоверение... Неоднократно вам предъявлял. Я не знаю, сейчас. Еще раз говорю. Ну, это ж, выполнение закона о полиции, 18.3. Камеру выключили, опусти вниз, я тебе покажу. Не буду я ничего опускать. А не дай бог ты взмахнешь на меня. Нигде ты не, че? Не написано, что я на камеру обязан тебе показать. 34-я статья Конституции Украины. Любым что удобным там, способом. Ну, я что считаю, оно? Что это удобный способ для меня. Мне он не нравится. И все. Так тогда возьми и уволься.
Уволься, и тогда тебе никто не сможет поедь сказать. В Польшу на заработки, может, деньги тебе будут платить. Да нет, это ты поедь. Если тебе не нравится наше законодательство. Я законодательство чту. Чтешь? Да. Ты его бздишь? Ты бздишь наше законодательство? Нет. Ты вообще Украину я уважаешь? Уважаю Украину. Крым чей? Живу по украинскому. Крым чей? Крым чей? Украинский. Украинский? Да. Слава богу, хоть ты не сказал российский. А что я буду говорить? А может ты сепаратист? Ой, не надо тут рассказывать. Ты... Если ты не хочешь выполнять закон о полиции, 18 статью пункт 3. Ты специально провоцируешь, вот стоишь для своего блога. Или скажи, пожалуйста, знакомых, если бы ты мне показал службовое посвящение, я бы дальше продолжал что-то я делать? Я не хочу на видео показывать. Вот и все, это провокацию я делаешь ты. Раз уже показал на видео вам. Держись на меня расстояние. Выложили в интернет его, я не собираюсь. Я ничего не выкладывал. Я же не знаю, знакомые ваши были. Я ничего не выкладывал. Разберутся там, где надо, специальный орган. Послушай, иди жалуйся. Я слышу, постоянно слушаю. Иди жалуйся на меня. Постоянно иди, слушаю. Иди жалуйся. Главное, чтобы с тобой не разобрались, понимаешь? Хорошо. Соответствующие органы. Хорошо. Не угрожайте. Про соответствующие органы, да. Не угрожайте, чтобы не разберутся. Про соответствующие органы, да. Так, в рамках закона. В рамках закона. В рамках закона. Ну ты все. У вас есть внутренняя безопасность. Хорошо. Все. Я знаю, какие службы. Ну так я же и говорю, что туда будет все написано. Хорошо. По поводу того, что ты мне мою сторону угрожаешь. И я не знаю, мусор ты, не мусор. Может, ты форму у нормального полицейского забрал. Может быть нормального. Понимаешь? Выполни закон о полиции, 18 статью, пункт 3. На видеокамеру показывать не буду. Товарищ, я товарищ, не выполните раз. Закон о полиции. Я вашему слову не верю. В прошлый раз выполни. Вы мне сказали, покажите мне удостоверение. Я показал на видео, и оно появилось в интернете. Еще раз говорю, я конкретно ничего не выкладываю. Я ж не знаю, как но это ты все. Может, у вас там давайте запрос в США. США, да, кто там? Мы на Луну дадим вам запрос. Ну на Луну, я вижу, что ты лунатик. Живешь в своем мире. Да, в своем. Конечно. Да. Вот одно, знаешь, что плохо, что ты вот одел форму и ходишь, кошмаришь людей. И к сожалению, у тебя рычагов больше, чем обычного человека. Ты можешь его избить, можешь что на него кучу сам. Я тебе говорю. Вот это ж ваши какие-то. Нет, много, много этому есть подтверждение. Где? Где подтверждение, что я кого-то избил или что? Вот. Можешь избить деньги человека, показать, можешь деньги забрать у него. Понимаешь, и тебе за это якобы нет, ничего не будет. Непонятно. А если тебя, бедного, Господи, оскорбили, ты ж такой, о, это ж будет наказание. И что? И что? Мы где-то на кого-то написали что-то. Да я закрыл на это глаза, что ты себя так ведешь, но я жду, что это, ну, немножко. А теперь вопрос по поводу вот этого темы. Что? Смотри, вас двое. И что? Смотри, я общаюсь. Только с одним. И что тебе? Почему я к нему не имею никаких претензий? Потому что у тебя предвзятое ко мне отношение. Ты нормальный человек? Нормальный, да. Если бы у меня было предвзятое отношение, да, было бы другое бы отношение. Бы я просто... Посмотри, бы он показывает всегда мне посвящение. И что? Все, к нему вопросов нет. Ну, ты же принципиальный, и я принципиальный. Ну, ты же выполняешь норму закона, и я выполняю норму закона. Все, ты показал посвящение, я уехал. Вы тоже уехали. На видео показывать не буду. Сейчас. Все, значит, у меня непревзятое отношение. Ну, это... Я просто принципиальный, и все. Ну, как и ты принципиальный. Хорошо. Понимаешь? Хорошо. Ну и все хорошо. Нету в законе, где не прописано, что на видео должен. Ну не прописано, ты просто нарушаешь закон о полиции, 18 статью пункт 3. Не нарушаю, я вам его предъявлял миллион раз. Я его не видел. Вы сейчас видели. Я его не видел. Видели. Я его не... видео, посмотрите, где вы... Я еще раз говорю, я ничего не выкладываю. Я ничего я не выкладываю. Я видео могу даже сказать, где находится. Я ничего не выкладываю. Снимали, вы стояли с своим другом. Я могу фиксировать, я не снимаю. Снимал, фиксировали. Понимаешь? Называть как угодно. Показывай, я уехал. На видео не буду показывать. Я говорю, выполни, пожалуйста, я закон о полиции, 18 статью, пункт 3. На видео не буду показывать. А что ты вечно на своего напарника наезжаешь? Вот ему респект и уважение. Вот к этому человеку, вот я тебе скажу. Так благодарность напишите. Надо будет, напишу. Напишите. Надо будет, только напишу. На словах, напишите. Надо будет, так говорю. Напишите, надо. Я говорю, когда я посчитаю нужным, надо. Я напишу. А вот ты, когда надо. Посчитаешь нужным пожаловаться, иди жалуйся. Зачем мне будет жаловаться? Будет позор, позор. Зачем мне жаловаться?
полиции, что... На кого жаловаться? Да на меня, что я тебя оскорбляю, что я тебя унижаю. А у меня будет куча подтверждений того, что я этого не делал. И мне будет просто хайп для этого. Сделай, вот, прошу тебя, сделай. Пойди, пойди, нажалуйся на меня. Там, как это... Ну, я смотрю, тебе нравится цирк устраивать. Смотри, я тебе объясняю по-человечески. Этого бы ничего бы не было. Я сказал, покажи. Все, ты показал, я бы уехал. Я знаешь, было показал. Бы не... Послушай, не знаешь, как бы было бы неправильно не вот даже при человеке? Знаешь, как было бы неправильно? Слышь, не когда ты пока слышишь, будешь там говорить. Не махай перед я перед собой не держу руку. Перед собой. Я перед собой махаю. Перед собой. Показываю жестами. Показываю жестами. Знаешь, как было бы правильно? Не знаю. Когда ты показал, а я дальше начинаю там какую-то ересь нести. Вот это было бы галимый поступок. Было. Не было такого, да, мы уехали сказали, сразу. Вы сказали, что в интернет не будете, выложили удостоверение. Где подтверждение твоих слов? Что, где? В интернете. Где подтверждение, то, что я это говорю в интернете? В чем тут? Ну видишь, у тебя этого даже нету. Да потому что там... видео ты выпечешь. Я еще раз говорю, я не выкладываю видео. Нет. Есть у тебя подтверждение, что это я выкладываю? Какие-то еще вопросы? Покажи мне, не пожалуйста, служба. Покажи. Мы будем стоять. Хорошо. Я буду тебя задрачивать, ты будешь это слушать. Бред рассказывайте каждый день. Там, чистый мусор, вот ты чистый мусор, понимаешь? Ты можешь только слабых обидеть, слабых. Нет. Слабых людей. Того, да послушай обидел. Бы, если бы человек немножечко сообразил бы, то хер бы ты ему выписал постановление, родной мой. Нет. Понял? Нет. Я уверен. Хорошо. Я уверен. Просто уверен. Хорошо. Мы бы вдвоем бы уехали, и ты бы курил бы бамбук. Понял? Если вы бамбук курите, я не курю. Я вообще не употребляю ничего, понял? Я тоже. А ты, я вижу, что похоже на наркомана. Я тоже. Ну, чистый я... наркоман. В поликлинику МВД обратитесь, там все есть. Все справки, все анализы. Подскажем. Мусор, наркоман, показывай мне свои службовые посвящения. Я не буду показывать на видео. Согласно закону и 18.3 могу показать без видео. То, там так и написано без видео? Там не написано, что на видео. Ну вот и все. Ну и все, ну не написано. Ты должен вот так, в поле зора держать. Опустите камеру, покажу вам поле зора. Я тебя и так уже опустил, словесно. Ну, так... Унизил, опустил, как ты там считаешь? Считаю ваше какое-то субъективное мнение, что там рассказывают, не понятно. Рассказывают. Если я буду на каждого обижаться, таких как вы, то... Да послушай, ты уже сам сказал, что якобы я к тебе предвзято отношусь. Это чем ты можешь мнение. Это подтвердить? Это мое мнение субъективно. Когда будет подтверждение, тогда поговорим в других инстанциях. И что? В других инстанциях поговорим, когда будет подтверждение. Не будет вообще пока никаких подтверждений. Это субъективное мнение. У тебя физически не может подтверждение, потому ну, что, запомни, может. Я под любой бы, даже если бы ты меня сейчас бы бил бы, задерживал, я бы не сделал тех манипуляций в твою сторону, чтобы, не дай бог, тебя не повредить, понимаешь? Я ж пойми, я ж тоже ж понимаю, что я делаю и как я делаю. Хорошо. Ни в коем случае, даже я ж почему тебе говорю, стой на, от меня на расстоянии, покажи мне. Я стою на расстоянии. Службовое посвящение. Я вам сказал, службовое посвящение, вот. Показывай. На видео не будет. Показывай. Нет. Показывай. Показывай. Мы не найдем вообще этих ребят. Конечно, не найдем. Ну, хорошо. Ну все. Показывай мне. Я не вижу этого. Показывай. Показывай. Я смотрю, всем проверяю. Ладно, я сейчас позвоню на 102. Позвоню. Ну и все. Лучше сразу на 103 звонить. Ты уже на солнце долго находитесь. Ничего страшного. Главное, чтобы ты не перегрелся. Девушка, добрый день. Можно наряд полиции? Тут неизвестные в форме. Вымогали деньги у человека. И не хотят представляться. Покажи мне службовое посвящение. Ну, стой.
пойдем к твоему руководителю. Пойдем. Друзья, вот если вы увидите вот этого мусора, ни в коем случае, никогда в жизни не передавайте вот этому негодяю свои документы. Ты не будешь, да, все-таки представляться? Я же показал. Ты отказался. На видео. Ты отказался. Смотрите, не на видео. Ты отказался. Нет, я не отказываюсь. Ты отказался. Нет, на видео не смотри. Ты отказался.